Добрый вечер, дорогие мои друзья, коллеги, гости, все выпускники, которые сегодня будут играть на этой сцене, на родной сцене, это выпускники нашей школы. Друзья мои, все, что я достиг, все, что умею, все, что имею, это благодаря тому, что в этой школе дали мне педагоги, которые работают. Трудно сказать, сколько лет прошло, а наша школа, как первая любовь, всегда сюда тянет. Вот Эльмира Рафаэловна только что сказала, что по дежурствам, по столовым, по воспитателям. Итак, мы начинаем концерт. Это единственная сцена, которой я боюсь. Играл в зале Московской консерватории, в Большом зале имени Чайковского. Год тому назад играл в Большом зале имени Гнесина. Выходишь, играешь, а здесь вот эти детские глаза, они завораживают. Но мне на выручку пришел мой друг. Поэтому, начиная концерт, объявляет одинокий пастух, исполняет ученик первого класса музыкальной школы Роман Хамадуллин. Динар Бадретдинов, Власов Андрей.
Фонтану, Оксареску, отца концертмейстер Марина. Yeah.
время. Целый день, рано утром, целый день, вечером и поздно вечером. Вот она даже говорит, что она работает круглосуточно. Это значит, она работает на 4 ставки. Я сейчас хочу объявить проект «Фантастический Фойка». Друзья мои, директор школы искусства Белорецкого. На прошедшем конкурсе занял гран-при. В этом году на конкурсе участвовало свыше 1000 человек. Занял первое место. Итак, приветствуем Ирики Сандужин, концертмейстер Нина Плачкова. Thank you.
хотя спорт ложится в сутки 26 часов. Но здесь же больше занятий. Дорогие дети, вы все талантливы. Если будете хорошо учиться, если вы будете заниматься, это все наши выпускники. И сейчас вам два волшебника. Вивальди, особенно был скрипка, переложили для Золотого. Борис Ленарисович Самутинов и Шмурат Акзамович Саяков. За роялем лауреат республиканских, российских и международных конкурсов Марина Ефремова. Thank you.
Thank you.
десятилетия в школе работали выдающиеся педагоги. И не вправе сегодня не отметить их лично, так как человек не посольный, потому что где-то мы не доедали, но он из дома приносил нам вкусности. И это, конечно, огромное значение в моей жизни, в жизни школы, в жизни республики стало возможным, когда появился Леонид Маркович Иванов. Тоже большой души, большой музыкант. Если только вспомнить, что мы играли концерт Чайковского, второй Рахманинова, финал 10-й симфонии Шостаковича, это говорит набат. Это как о том, что человек глубоких знаний и широкого кругозора. И вы знаете, я должен отметить, не музыканта, а воспитателя, недавно ушедшего из жизни, а вот скажу так, тянущего Гельманова, который научил, по сути, всему житейскому, что пригодилось в жизни. Я до сих пор делаю зарядку. Итак, память. Каждый из преподавателей. Вспомните своего преподавателя, педагога, воспитателя, любимого. Еще одна ремарка. Был случай, когда я по математике стал отстающим. Римма Шакировна Файзулина говорит: «Да что тебе эта музыка? Математика!» Я говорю: «Зачем мне ваша математика? Я буду музыкантом!» И вы знаете, в 60-летие, 55 лет было, день в день с юбилеем школы я получил профессора. И я стал на колени на сцене и попросил прощения. И вот она меня, сколько лет прошло, простила. И, конечно, вот еще один момент, я должен вспомнить Веру Гельмановну Виданову. Это англичанка, как мы в Кокошке называем, преподаватель английского языка. Друзья, учите иностранные языки. Сейчас границы все открыты. Это вас обогатит и украсит только, что вы будете общаться не только на языке Пушкина. Это вам поможет в жизни. Итак, память о педагогах, воспитателях, всех служб в этой школе, кто работал, кормил, одевал, обувал. Бородин, хорал из оперы «Князиры». Исполняет квартет «Трамбон». Thank you.
Thank you.
что вы были, занимайтесь, добивайтесь, любите и будьте любимы. Будьте счастливы, будьте здоровы. Я молюсь. В зале и вообще вся гимназия, весь состав нашего педагогического коллектива выразит вам огромную благодарность за столь профессиональное исполнение произведений, то, что мы сегодня увидели. И вот трепетное отношение к своей школе, мы это всегда чувствуем. Я искренне рада тому, что выпускники на сегодняшний день занимают очень значимые позиции не только в нашей республике, но и в Российской Федерации, и за рубежом. Об этом вы тоже всегда говорите. И всегда говорите, что мы отдаем дань преподавателям, которых, к сожалению, на сегодняшний день нет с нами. И я думаю, что вот этот человек жив, пока жива память о нем. И мы всегда поклоняемся перед этим, мы всегда об этом помним. У нас есть музей гимназии. И благодарю вас за сегодняшний концерт. Спасибо огромное. И в преддверии юбилея это для наших деток, для наших учителей очень, я считаю, что значимо. И разрешите, пожалуйста, чтобы номера можно выбрать на наш концерт теперь. Были 6 февраля у нас в КЗ Башкортостане, когда мы будем чествовать наше юбилейное мероприятие. И надеюсь, что вы все нас поддержите тоже в этом. Искренне благодарю наших выпускников. Мы сегодня, вот я честно вам скажу, сидела и радовалась за наших детей, что вот эти воспитанники, они все-таки выбрали этот путь, все-таки занимаются профессиональным исполнительством теперь. Кто-то играет в оперном театре, кто-то играет в симфоническом оркестре. Это ведь здорово — носить гордо звание музыканта-исполнителя на сегодняшний день. К сожалению, конечно, наше общество это недооценивает, но я думаю, что мы выпускаем достойных музыкантов. И вы этому подтверждение заходили. Спасибо огромное. Спасибо за отношение к администрации нашей гимназии. Действительно, трудимся мы здесь круглосуточно. Вот коллега не даст соврать, наверное. То есть это настолько все. Если душой болеть за школу, за свое, скажем так, вот, детище, больше я никак не могу подобрать слово, то будут и результаты, будут и востребованность, будет и вообще процветание в будущем нашей гимназии. Я, конечно, к сожалению, не являюсь выпускницей этой гимназии, но я здесь практику проходила. Зато я выпускница Академии искусств. Ну, тогда был институт искусств. Поэтому я тоже немножко причастие к этому имею и горда тем, что все-таки у руля стоят музыканты. Коллега тоже музыкант. Есть у нас в городе тоже музыкальные школы Сабитов, имени Гумана Сабитова. То есть из числа музыкантов выходят в административный персонал. И есть результативность, и это вот тоже как бы радуется. Очень хорошо, что у нас это все получается, и наши результаты очень высокие. Согласны со мной? Конечно, простите за немножко нескромность, но тем не менее это результат, я считаю. В этом году на конкурсе преподавателей мой коллектив, вокальный ансамбль преподавателей,
стал лауреатом первой степени. Нам, конечно, гранты не дали, но лауреат первой степени дали. И я думаю, что каждый преподаватель, кто здесь работает, они время находят на все. Желаю самое главное крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, чтобы в ваших семьях все было замечательное понимание, чтобы наши дети, наши воспитанники видели такой профессиональный уровень исполнения, и все, я думаю, что все будем стремиться, да, Эмиль, все будем стремиться к тому, чтобы на сцене, на большой сцене потом играть и радовать наших преподавателей. Спасибо огромное. После таких похвал, по-моему, надо еще на добрую память. И до следующих встреч.